легче просто, чтобы было. Если мы занимаемся какими-то энергетическими практиками, это нам просто помогает, позволяет развивать интуицию. Я могу тут много показать, как, что, почему. Вот мы сейчас функционируем, вот 15 минут до открытия американской биржи остается. И, в общем-то, как бы это уже подготовка к тому, что сейчас идет работа. Причем как это происходит, ну, давайте мы еще раз посмотрим. Такая ситуация связана с финансами. То есть у нас зачастую такие программы, что зарабатывать либо достаточно, либо больше, чем достаточно, это определенный весомый труд, который... Ну вот мы привыкли, особенно в России, я вот, да, в России какая ситуация, что чтобы заработать, нужно много сильно работать. И человек работает долго, он может работать полжизни, а может даже всю жизнь, и потом, наконец-то, он зарабатывает там какую-то, ну, не знаю, материальную ценность, и, наконец-то, все, думает, я теперь могу расслабиться и позаниматься собой, семьей и так далее. Обычно это бывает уже после того, когда все возможности, зачастую, в том числе духовные, уже убежали от него, к сожалению. А ту картинку, которую вы сегодня показывали, да, даже, наверное, картинку будет неправильно сказать, а реальную ситуацию, да, вот вы сейчас показываете на экране, что там за месяц заработана такая сумма, и все. И вопрос финансовый, он снят. Это на самом деле так неважно или так... вот этот финансовый вопрос, он не столь важный, как мы считаем. Мы вокруг него всю жизнь живем, и вокруг него прыгаем по-всякому, кто что-то только не придумывает. Но этот вопрос необходимо научиться решать просто, чтобы знать определенные вещи, да, ну, в том числе, вот, например, в этом направлении, да, в стак-маркете или на бирже. Неважно, может, еще какие-то есть направления. Например, если мы знаем какие-то вещи, мы их используем, понимаем, как их использовать, и вопрос финансов изначально решен. И у человека возникает страх или понимание, а что же делать-то теперь? Что же теперь, чем же заниматься-то, если все эти вопросы материальные уже, ну, не все, может быть, да, но какая-то базовая часть, а финансы, они являются той энергией, которая позволяет решить достаточное количество материальных вопросов, в том числе жилье, питание, здоровье, в том числе, и так далее, перелеты, путешествия. Образование, много вопросов, которые решаются действительно. Поэтому вокруг этого столько и шума, столько и эмоций, и страданий, и счастья тоже достаточно. Это очень интересно. И вот чем же является, собственно, биржа? Это игра, это ставки, это казино, это что это такое? То есть я тоже знаю, я какое-то время назад также... как-то не зная эту информатику, да, информацию достаточно подробно, относился к этому как-то вот к людям, сидящим за мониторами, желающих просто вот в глазах деньги, и они там какими-то махинациями пытаются их заработать. И якобы эта тематика относится только к таким людям жадным, которые в финансовой сфере там что-то рулят, делают. У меня было такое представление тоже. Сейчас оно поменялось, потому что когда я знакомился с этой тематикой, я понимаю, что много различных шаблонов в голове, много различных каких-то представлений, которые фигурируются в том числе в социуме, в телевизоре, от людей вокруг нас. Вот, ну, я, наверное, повторю вопрос, чем же является эта работа, это казино, это ставки, это игра? Как вы можете вот определить эту тему? Ну, если идти по порядку, прежде чем ответить на этот вопрос, вот вначале вы обозначили то, что потом делать. Ну, вот получили, заработали, и что потом делать? Ну, действительно, что потом делать? Ну, у каждого свое, ну, можно поехать там на речку, не знаю, на пляж. Можно жить, полететь, да, в общем? Да, куда-то там найти деньги, и слава богу, если кому-то это надо, кто-то так решил. Просто как аналогия. Где-то, ну, много лет, там, 25 лет тому назад, не знаю, больше, наверное, уже, выпускникам Гарвардского университета, я не помню, если я об этом рассказывал, было дано последнее задание. Им, они уже все, выпускники, уже все имеют дипломы, уже кто бэчелор, кто мастер. Им такое задание – расписать всю свою жизнь, чего вы хотите добиться за год, за 5, за 10, к концу жизни. Вот надо по шагам все это дело расписать. Но основное было, ну вот я хочу там попасть в такую-то компанию, зарабатывать столько-то, купить там дом, там, завести семью. Ну, молодые люди, еще немногие там, скажем, женаты замужем.
Потом мы собрали всех этих выпускников, проанализировали, естественно, все эти ответы, ну, всех, кого могли собрать, естественно. Но вот что интересно было, 5% всего из этих выпускников они действительно расписали. То есть у них было совсем другое образ мышления, для чего, как и для чего им это надо. И они расписали, кем они хотят быть. То есть существует такое понятие, деньги, если мы говорим о деньгах, то деньги, они должны работать, они должны где-то храниться в сберегательных кассах, они должны работать. То они работают, ну, только для тех, кто владеет этими банками. Потому что мы там носим наши деньги, они их используют и под гораздо большие проценты дают кому-то в долг. Так работает бизнес. Поэтому для нас это не работает, к сожалению. Так вот эти вот 95%, точнее, этих выпускников Гарвардского университета получили 95%, если просуммировать, всех материальных благ из всех выпускников. Это примерно как вот эти вот количество биллионеров в мире составляет 3% от общего населения. Но вот они-то как раз думают по-другому. Ну, карма там, неважно, есть такие моменты. Вот, поэтому нам надо для начала избавиться, как вы совершенно правильно сказали, от всяких шаблонов, которые кто-то нам вбил в эту голову, и относиться к этому проще. То есть допустить о том, что мы ничего не знаем. Мы должны быть пустыми, как это говорится, во всех практиках. Чтобы наполнить стакан, надо вначале его как-то взять и опорожнить, а потом уже наполнять. Это то, что у нас в голове находится. Эти вот шаблоны, вот этот вот garbage, мусор. И по-другому к этому относиться. Опять же, давайте я вам просто покажу. Вот. Так, вот давайте мы возьмем тот самый один день вчерашний. Сейчас, может, я здесь, вот здесь. Вот. Ну вот, к примеру, вот у нас прошло здесь, ну, несколько секунд, вообще-то говоря. Я просто помню это. Прошло несколько секунд. Вот за эти несколько секунд, вот здесь, допустим, вот прошло 12:45, 10 минут. Это $120 за 10 минут. Вот здесь за несколько секунд $35. Вот здесь за несколько секунд 46, 15, $75. Ну, в плюсе имеется в виду, да? Вот это все как бы суммировалось. Ну, и вопрос заключается вот в чем. Если я, допустим, бывает такое, что вот к моменту вчерашнего дня, в 7 утра, к примеру, да, в 7 утра, потому что биржа как бы она работает, поскольку разница во времени, это и, скажем, Китай, это Австралия, это Европа, в конце концов. То есть у нас с вами сейчас разница 8 часов, и через 5 минут маркет открывается. Я вам потом чуть попозже покажу реальную картину, то, что сейчас происходит, и как это можно анализировать. То есть могу вам сказать так, отвечая на вопрос, для меня это работа на самом деле. Но работа для чего? То есть это необходимость, поскольку я живу в этом социуме, я живу в этом материальном мире, она мне необходима. Для чего? А для того, чтобы вот мой офис, который составляет, ну, если перевести в квадратные метры, около 300 квадратных метров, мне как-то надо на оперативные расходы, мне нужны, естественно, деньги, потому что мне надо платить за него. А там происходят какие-то другие мероприятия, скажем, классы какие-то проходят, классы йоги, там, классы медитации, классы целительства и так далее. И, к сожалению, сегодня люди мало приходят, физически приходят, сейчас все происходит на интернете. Поэтому мы и сейчас беседуем на интернете, у меня есть интернет-портал радио, где очень интересные люди, и мы с вами будем вести совсем скоро наши программы в рамках этого. Это будет не только аудиоканал, это будет видеоканал, так как сейчас это происходит. Поэтому это работа. Как к этой работе относиться? Ну вот я бывший шахматист, когда-то я неплохо играл в шахматы, и занимался, я имею в виду. Так вот, для меня это была комбинация. И сейчас для меня комбинация. То есть я анализирую технически, я анализирую графики, и я определяю точку входа. Это достаточно несложно. Надо всего три точки определить. Точку входа, точку выхода, которая с двух сторон. Или себя защитить, это то, что называется стоп. И вторая точка выхода, конечно, если идет туда, куда надо, это точка выхода, чтобы получить профиль на определенных технических левелах.
То есть, когда шахматист анализирует шахматную партию, он знает свои левелы, уровни, он знает, куда чего, он задумывает комбинацию. Но опять же, существует, против него же играет другой человек, и против нас здесь борются силы, которые сами хотят выиграть. Причем это очень и очень непросто. Не буду говорить, что это так легко, но вы знаете как, но мы все учились понемногу чего-нибудь и как-нибудь, да, вопрос, чтобы не чему-нибудь, а действительно серьезному, и не как-нибудь, а действительно это большой труд. И здесь можно получить. Вот если давайте посмотрим опять, вот график я вам сейчас покажу, к примеру, да, вот смотрите, это график, тут написано Russian RTS Index, типа как Dow Jones, американский. И вот видите, значит, здесь примерно с какого? Ну, 2000 года, наверное, данные. И вот был пик, значит, в 2008 году в мае месяце, да, был пик. И после этого оно пошло вниз, 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 вниз. Видите, как оно пошло? Вот это вот, каждая вот такая черточка, это месяц, это месяц. То есть, если мы такую картину видим, причем вот здесь вот, ниже вот этой точки, вот ниже вот этой точки, если мы видим эту картину, то тут даже разговоров нету. Вот я, допустим, делаю такую вещь, которая называется sell short. То есть вот ниже вот этой точки. Это техническая такая штука, которая вот ниже вот этой точки я делаю sell short. Где я получаю profit, это huge, это big, это много, очень много. Но если мы, допустим, зная о том, что мы идем вниз, а есть технические показатели, то мы, соответственным образом, имеем преимущество. Что было дальше? Вот давайте посмотрим, что было дальше. И вот мы дошли до какой-то точки, которая была, видите, как в 2009 году, и пошли вверх. И мы пошли вверх. Что было дальше? Вот мы идем. Вот куда-то вот мы дошли и пошли опять вниз. Посмотрите. То есть, почему мы дошли до этой точки, вопрос другой, я не буду это объяснять. Но я знаю, что вот это вот уровни, который называется support и resistance, и я знаю, что будет происходить, если мы эти левелы, эти уровни будем пробивать. Вы видите, где мы находимся сейчас? То есть мы находимся сейчас, практически дошли до самого низа. Вот если ниже этой линии мы опустимся, значит, мы идем значительно ниже, значительно ниже. Вот. Если мы сейчас, вы понимаете, существует много различных вариантов, и как это все применять, предваряя ваш вопрос, я знаю о том, что вот, скажем, вот евро. Вот. Значит, только нам надо переключиться. Так, вот евро. Вот что здесь происходит? Вот если мы сейчас опустимся ниже вот этой вот точки, значит, мы идем намного вниз. Намного вниз мы идем. Это серьезный момент, и это надо, конечно, пользоваться этим. Вот то, что, в принципе, как бы я и делаю. То есть я сейчас нахожусь в этом маркете, и я сейчас вот здесь вот я делал, вот здесь вот я делал, такое есть транзакция, да, по-русски, которая называется sell short. Вот график другой. Вот график. Вот я знаю, куда сейчас мы будем двигаться. Вот если мы сейчас опустимся ниже этой точки, ниже вот этой точки, то мы пойдем вниз. Вот, в данном случае это график нефти. Это нефть. То есть мы можем предвидеть, скажем так, сколько будет бензин. Но если считать, конечно, я не знаю, как в России, вот, я где-то читал о том, что если нефть дешевеет, то бензин, соответственным образом, тоже должен дешеветь. Он же делается из нефти. Я помню, читал Макаревич, писал, как это может быть так. Ну, у нас так происходит. Почему в России происходит по-другому, я не знаю. И он не знает, кстати. Но, тем не менее, если я, допустим, это вижу, я могу говорить о том, что я сегодня буду заправляться, если у меня хватает бензина, или я буду заправляться завтра. Вот. Куда я хочу ехать? Я, допустим, хочу ехать закупаться. Не знаю уж, как там сейчас все есть или нету. Я уезжал, ничего не было. Но, допустим, где-то в Европе есть все. Вот мы едем в Англию.
Для этого нам надо знать, как функционирует, допустим, British Pound, британский паунд, как он сейчас, на каком уровне он находится в соотношении, ну, неважно, с долларом или с рублем, то, там же есть тоже, можно же легко это определить. То есть я это делаю для получения моих собственных каких-то бенефитов, потому что все-таки я функционирую в этом социуме. Ну, вот таким образом. То есть это для меня это, да, работа. Куда я результаты этой работы применяю, это мое дело. Ну, вот таким образом.